В региональной общественной приемной «Единой России» проходит декада приема граждан, приуроченная к 20-летию партии. Первым с гражданами пообщался депутат Государственной Думы Владимир Кононов. К нему ульяновцы обращаются регулярно. Были вне сегодняшнего дня ко мне обращения из Новомолоклинского района по воде. Там вопрос сложный. Не успели подготовить вовремя документы на конкурсную комиссию, чтобы получить чистую воду. Значит, я включился вчера, переговорил с главой района, переговорил с Министерством сельского хозяйства России, с замминистра. И попробуем все-таки в первом полугодии на дополнительные средства включить в эту программу вот этот водовод. Парламентарий также активно занимается вопросами образования в части законодательных инициатив, исходя из обращений научного сообщества Ульяновской области. Ведется работа по привлечению средств из федерального бюджета на нужды высшей школы в нашем регионе. У нас опорный вуз УГУ, и попробуем сделать так, чтобы в 2023 году эту сумму поднять до 250 миллионов. Это очень большие деньги для университета, это большая поддержка на закупку оборудования, уникального оборудования. Жительница Теренгульского района обратилась к депутату с просьбой об установке фонарей уличного освещения в поселке Михайловское. Да. У нас нет света, никогда и не было в нашем селе. Вот значит, под ногу тебя очень тепло, когда тут вот осень. А у нас тут ничего не предвидится. Значит, я записал, разберусь, но помимо этого, скорее всего, в январе месяце, потому что уже сегодня 1 декабря, в очередную региональную неделю в январе, значит, я запланирую визит в Теренгульский район и обязательно заеду в ваше село. Встречи с жителями Ульяновской области также проводит депутат Государственной Думы Владислав Третьяк. Партия «Единая Россия» очень много делает для жителей нашей страны, ну и в частности в Ульяновской области. Поэтому это ведущие партии, которые на выборах получили большинство. Я хочу сказать, что вот каждый депутат Государственной Думы проводит специальный прием. В ходе личного приема граждан депутаты Государственной Думы Владимир Кононов и Владислав Третьяк приняли и рассмотрели несколько десятков обращений от граждан. Каждое такое обращение народные избранники держат на личном контроле и делают все для оперативного решения проблем, озвученных гражданами. Валентина Никонова, Артем Куранов, Ол Правда ТВ.